Я скажу его имя, а вы скажете все остальное. 3, 2, 1, Макс! Ну что, ребята, готовы? Красавцы. Альбом «Манк» повзрослел. Животный мир закрутит ты Голливуд. Бетон не раз оттает голым бусом на ветру. Шакалы по кустам добычу разнесу. Но ты не закопайся, всю равно свою заслил. Застыли все дома, не слышно ни души вокруг. Сегодня я ни с чем остался, но сыну. На самом деле, я не такой пиздатый, как меня сейчас описали. Да нихуя!
И за все это гребаное лето это единственный концерт мой. И вот, наверное, стадион также. Ребята, ну что, мы собрались здесь, как всегда, по этой традиции. Традиция у нас очень-очень хорошая. Мы просто каждый год на сантиметр, на два опускаем этот асфальт в землю. Именно вот этот. Если вы готовы, лично у нас нет никаких причин задерживаться. Готовы? В основном это будет вот этот альбом «Мало кто взрослел», час первый. Еще давайте! Но все же людей прибавилось, даже по сравнению с прошлым годом. Поэтому я думаю, мы все здесь по одной причине. Потому что мы живем в кайф, мы хотим все же пожить в кайф. Еще мы не против. Ожидает успех.
Ты найдешь на любой тусе среди тебя.
души хмуры, сразу все орут с трибуны. За какую-то там правду пошла бы тут костюм. Дядька, что ты там городишь? Что ты знаешь о свободе? Слазь сюда, бери палатку и с нами вдоль по мелководью. Песен под гитарку сегодня будет. Ну и времени тоже немного. Ключи! Сука, ключи кто проебал? Ключи проебал! Ключи! О, ребята, вот это сегодня успеем. И малый, и оптимист, все что угодно сегодня. Наверное, если хватит времени, оптимист вообще. Так, ребят, несмотря на то, что сегодня мероприятие посвящено вашему городу героям, есть еще один город, героем его не назвать, скорее герой тот, кто приезжает оттуда. Амстердам. Если есть желание прокачать этот танцпол, пожалуйста, у нас есть все для этого. Приехал, выходит толку, вы все курите, вас понравится.
Что у нас есть? Честно, я уже сам хочу. Тут есть предложение исполнить флэт и поделать кружков пару. Давайте, ребята, мы по-быстренькому его сделаем. Для этого просто каждый в своем месте создает определенный круг. Не надо делать два больших круга, мы делаем много-много-много кругов. Там вдалеке, за этими колоннами, поближе, поближе, делайте свои компании. Может, нас кто-нибудь сверху видит? Он задастся вопросом. Что за сообщение они передают тебе? А мы так просто развлекаемся. Москва, Москва, Москва. Это все для тебя, это все для меня. Я скучаю бежать обратно между домов на тусу в 10 квадратах Гарри. Я так давно не просыпался в ванной, мой флэт. Я скучаю, я хочу бежать обратно между домов на тусу в 10 квадратах Гарри. Давай, малый, веселее!
квартире, там в холодильнике хавки полно, и я сюрфа. Всю неделю пекам, дома нет никого. Грифы на сбор, все хватите подушки, закупай бухло, флэп. Кому-то надо видеть, как разбираться. Будут пиздеть за неделю пока. Не уйду за пазлы, алкоголь. Никто бы мне не стучал. Мы не уйдем, нас никто не прогонит. Я скучаю, я хочу бежать обратно. Между домов на тусу в 10 квадратов гарить. Ухуяриваться, разносить ванны. Я по голову не просыпался в ванну. Разве, суки, для этого я полнедели клялся Насте в любви? Все веселятся, а мне тут все прям сидит. Помоги мне подсобрать бронзы. Симпатилы только что отсвети. Холодной грязи воды. Потом паника вызывает ментов. Если ли мне, значит ты кому? Прости, дорогая, такая любовь. Я скучаю, я хочу убежать обратно. Между домов на кусу в 10 квадратов гарри. Ухуяю вас, разрази в ванны. Я так давно не просыпался в ванны. Может, я скучаю, я хочу бежать обратно. Максимально круто, Москва! На кусу в 10 квадратов гарри. Шире, шире, шире! Еще, еще! Разрази в ванны. Но не просыпался в ванны. Обещал альбом, но вот, повзрослел, пошли подставим. Воды, да? Что касается оптимиста, ребята, я даже не знаю, как нам там под него отрываться по этому. Пока. Не будем рисковать пока. Хотя, скоро все же рискнуть придется. Какой мало повзрослел для следующего трека. Давайте все вместе сделаем еще раз. Да,
из окна, но за панелью домов дым, как во сне, никому не говорит. Я покажу тебе район, перерой тачка. Как же идет тебе по тоннелям пост, маме плачь 18 лет. Мама, идем со мной, ты поймешь, что на самом деле дальше. Услышать вообще свежачок. Сейчас мы по-быстрому посмотрим, как там звучит музыка, если все нормально, так его сделать. Но у меня будет просьба позже. Где баса там было побольше, первый или второй? Первый, да? О, хер разберешь тут. Леха, все нормально. Я просто там альбом пишу, понимаете, по привычке уже везде чекаю, где, ну, проверяю. Смотрите, ребята, песня называется «Молодость все прощает». Я вас попрошу вообще нахер в текст не слушаться, поскольку я могу там пропускать слова. И если вы договоритесь сейчас со мной, я ее исполню. Просьба одна. Когда начнется бит, скачите, прыгайте. Сделайте. Просто поднимите руки, чтобы я видел, если все согласны. Дёня, попробуй там сделать по максимуму. Фу. Вообще не планировал. Кто будет прыгать?
слэм забейте, блядь. Весна пришла в окно. Окно. Сею мысли лежа по дну. Окно. Где-то там гуляй. Мне бы на нее весны поглядеть хоть скуку. Окно. Только весна пришла на район, все повылазили бегом во двор. Греет погода, гуляет народ, нет метро, но приключений вагон. Лица укроются темнотой, некому за ними ладить контроль. Но знаешь, в этот обрыв кайфов, я с альтовой готов. Ведь юность все прощает, все прощает, все прощает. Ничего не обещает, вода все прощает, все прощает, всем прощает, ничего не обещает. Точно готовы? Нормально заходим? Садись, садись! Садись, садись! Только пришла весна на район, все повылазили прямо во двор. Ноги несутся за темнотой, так дискочи вызывает амор. Слушай, детка, не думай такой, крышу включи, гуляй, ты алкоголь. Я больше не встречу красивый такой, полетаю с тобой. Ведь юность все прощает, все прощает. И все прощает, но ничего не обещает. Молодой все прощает, все прощает, все прощает, но ничего не обещает. Ой, весна ушла домой, за нею лето обнимает ладонь. Солнце, жара, ветер в окно, полные тачки тянутся дном. Весь на озера съезжает народ, ноги несутся сами в огонь. Почему это растекает? И все бойцы по задним полюсам. Кто-то с гитарой вышел во двор, кто-то рюкзак готовит в поход, кто-то идет ебашить толпой. У нас с тобой план. Ноги юность всем прощает, все прощает, все прощает, ничего не обещает. Вода все прощает, все прощает. Москва! Мы готовы предоставить юность всем! Без косяка не бывает.
бывает у нас никогда. Ничего не бывает у нас без косяка. Без косяка не бывает у нас никогда. Ничего не бывает у нас без косяка. Без косяка ты думал, все будет хотя бы бабло подняться на баксу, на который год в одушке и на нулях. Ты просыпался, дай басу без косяка. Долгожданному треку немного подустали. Так. Хорошо, на самом деле, зашла молодость, все прощает. Когда сочиняешь песни, не всегда думаешь о том, что под ним будет там крылья. Так. Все отлично. Посмотрите салют, послушайте спокойную музыку. Только не волнуйся за меня, мой подкаст!
устаю. Погрущу немного и утоплю ее в темноте. Побегуча пацану, где признает, если сны. Руки в общем пацану. Пацани, волнуйся за меня. Проводим время. Я бы еще раз этот трек спел, если бы не слово пацана. Да, есть у нас одна приколюха, которую, до которой мы додумались совершенно недавно. Ой, не вариант уже тебе их найти 100 пудов. Ребята, сейчас пойдете такое. А что за такое? Главное, не потеряйте своих друзей. Смотрите. Всех подкидывайте! Ой, сейчас вспомню, как это делается. В один прекрасный момент, друзья мои, вам нужно будет взять одного из пяти ваших друзей, допустим, у вас есть 5-6 человек, поднять его над землей и в один прекрасный момент подбросить. Я понимаю, темно, ни хера не видно, поэтому можно участвовать не всем, только каждому пятому. Наверху точно. Поднимите руки, кто нашел таких друзей, у кого есть компания. Не считая концертов, сольников, мы будем здесь еще и 40. Так что давайте подсоберемся. Все готовы подбросить своего друга? Хватит уже кидать своих друзей, давайте просто подбросим. Поднимите тех друзей, которых будете бросать. Просто поднимите, покажите. Вот здесь по бокам тоже, ребят, не стесняйтесь. Вот здесь, здесь, здесь. Недавно были у друга на свадьбе и делали такое, совершенно высоко подбрасывали, ничего не случилось. Потом вышли на улицу еще покурить. Было уже не так трудно. Но все в ваших руках, друзья. Еще надо побольше, вот там, ребята. Еще там. Все меня слышат, все меня видят. Очень жаль, друзья, что это не день. Ну ладно, тут вообще не для показухи это делается. Хотя, в принципе, кто-то снимет.
просто кайфаните, это необычно. Сейчас отпускайте своих друзей, запомнили все, обнимайте все до определенного момента, все, отпускайте. Хотя бы мы сейчас видим, у кого есть друзья. Действительно, настоящие друзья. Хотя бы такое. Общество идет вперед. Друзей все меньше и меньше. Друзья становятся просто не нужны. Если есть Uber, если есть доставка еды, если есть где достать бабки. Подруги точно не нужны. Друзья еще так, подруги тоже. Но, друзья мои, не в этом смысл, друг. Лишь достаточно нам вспомнить, как на одной из сайтах за столом большим шумом речь держали пацаны о вечной дружбе. Делаем круги, ребята, пока оставляйте своих друзей. И друг другу своих не забывайте, вместе, вместе, вместе до конца слова. Пацана, не понять тому, кто не бежал от места, теперь ты кто-то, взгляды по дворам нужно. Придурков наверх.
всех своих друзей подняли теперь. Еще. Давайте, ребята. Время есть теперь. Вы же знаете, я могу здесь всю ночь дать. Ну сейчас как в Питере. Сейчас как в Питере. Вот. Столько же. Подруги, какие вопросы? Собирай 5 друзей, и ты как мотылёк. Ну ладно, не будем ждать. Красавцы, я вас поздравляю. Держим. Хотел на пианино сыграть его. Добрый вечер!
братишка, выкрути звук. Мы на машине петляем по кругу. Вырвались развеяться, посмотреть, как народ отдыхает. Тут две фотки в бумажнике, по пальцам кольцо, значит нам расслабляться. Еще кружу жить второй барабан, нам завтра взрослые дела. Ну бит подбивает на пеш, музыка в центре с баров шумит. Голову залетает мотив, его уже не остановит. Видишь, забирай пакет, этот малый мне напоминает мой Минск. Он без бабок идет на Твич, стопудовый артист. Прыжками вернуться. Все, все, все сюда! Еще, еще. Послушайте, Леша. Кто стоит, знаете, те, кто пришел сюда, будут прыгать к вам. И вы один хер окажетесь в этой кузе. Да, да. Поэтому все, понятно, все вообще? Сюда, еще, 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 еще. Если вы против, это надо задолго начинать этот разговор. Надо звонить Ване Москвину. И говорит, нахер нам этот курс снова затопчет в толпе меня. Но если вы уже здесь... Что, есть где-то сдвиги? Чуваки, без кругов! Все сюда, в эту сторону.
Да, еще, да, еще, да. Еще. Давай. Никаких кругов. Все в эту сторону. Еще, 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 еще. Чуваки, никаких кругов. Все сюда. Еще, 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 еще. Максимально все вправо. Для вас влево. Вот, вот там за звуками охереть. Ой, возле леса, там далеко мы вас видели. Красавцы! Еще, еще.
Спасибо, Москва! Увидимся! С праздником! Это диджей Селебрио, Москва! Динометры! Включай, сделаем! Let's go.